Сергей Васильевич Волгин, главный тренер команды «Факел Воронеж», готов ответить на ваши вопросы. Ну и по традиции, наверное, первое впечатление от игры. Ну, сложно, конечно, рассчитывать на какой-то положительный результат, показывая качество такой игры, которую мы сегодня показали. Если в первом тайме, считаю, примерно где-то равная была игра в плане борьбы, в плане возможностей для взятия ворот, вот, то второй тайм, ну, однозначно нам явно не удался в плане того, что и, в общем-то, и соперник был намного агрессивнее нас, вот, выигрывал борьбу, много единоборств. В общем-то, в итоге это привело к нарушению нашей штрафной площади. В общем-то, заработали 11-метровый. Ну, наверное, который решил исход матча. Вот. Хотя мы и пытались во втором тайме, в общем-то, ну, играть более агрессивно. Вот. Ну, в общем-то, те даже не моменты, наверное, подходы, которые мы имели. Вот, ну, не то, что не смогли, ну, довести до какого-то логического завершения. В общем-то, где-то торопились, где-то не хватало уровня мастерства. Вот, поэтому, наверное, исход матча закономерен. Коллеги, вопросы? Сергей Алексеевич. Сергей Васильевич, Бирюков всегда отличался тем, что иногда огорчал Шинин голами. В этот раз он не доиграл полностью, сняли его. Почему? Ну, давайте будем так говорить, что считаю, что Миша мог и может намного продуктивнее играть впереди. Вот. Он это и показывал где-то в предыдущих играх. Но сегодня он явно был, ну, явно выпадал из игры. Это было видно уже и где-то и поначалу, и даже в каком-то, где-то даже уже был момент, когда уже мы хотели в середине тайма его уже поменять. Вот. Но все-таки как бы рассчитывали на него. В общем-то, последние игры, в общем-то, он проводит на хорошем уровне и, в общем-то, и забивал мячи в последних играх. Вот, поэтому согласен с вами, что не лучшая, в общем-то, его сегодня игра была. Можно еще вопрос? Сегодня в воротах Шинника играл молодой вратарь, фактически опыта у него в ФНЛ нет, только приобретает. Вы на это обратили внимание своих ребят? Ну, если честно, я, ну, даже на установке как бы не был сделан акцент на это. В общем-то, мы как бы, ну, больше сосредотачивались на своей игре, хотели как бы здесь зацепиться за результат однозначно, и турнирная таблица нас, в общем-то, заставляет играть, наверное, как бы более атакующий такой, открытый футбол, что ли. Вот. Ну, еще раз повторяю, к сожалению, у нас сегодня явно это не получилось. Последний вопрос короткий. Руководство области Воронежской обращает внимание на клуб? Ну, в этом вопросе однозначно нам как бы здесь грех жаловаться на это. В общем-то, никаких финансовых вопросов. А вот. Все, в общем-то, решается, все, в общем-то, выполняется вовремя. Вот, поэтому здесь все нормально. Губернатор ходит на футбол? Он, я, губернатор вас пустил, да? Да. Посещает. Коллеги, есть еще вопросы? Виктор Маркович. Сергей Васильевич, трибуны, которые сегодня вас, как говорится, встречали, вам в новинку или вы уже привыкаете к такому? Ну, вы имеете в виду количество зрителей? Да. Ну, к сожалению, если говорить о зрителях, то наши домашние игры тоже не так много посещают. Хотя, ну, я считаю, что у нас-то город однозначно футбольный. И мы, в общем-то, в этом отношении, как бы, ну, даже занимали какие-то даже первые места по средней посещаемости. Вот, по-моему, я где-то вот прочитал в Сочи, по-моему, в программке, что мы какие-то года средняя посещаемость стадиона была до 25 тысяч. Это же о чем-то говорит. Вот. Но, к сожалению, в общем, последние игры, ну,
Болельщики тоже нас как бы здесь в этом плане не жалуют. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое.